Более чем на 2000 километров протянулась трасса газопровода «Сияние Севера». В Вологодской области коллектив 13-го стройуправления Треста «Нефтепровод Монтаж» прокладывает вторую нитку газопровода. Здесь трудятся опытные строители. Многие из них – участники сооружения газопроводов «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал». Растет газовая магистраль. Плечом к плечу работают русские, украинцы, башкиры, белорусы, представители многих национальностей нашей страны. В честь 50-летия образования СССР они обязались досрочно закончить прокладку газопровода ударной стройки девятой пятилетки.